Вначале было два рва, прокопанные трактором, а теперь еще и третий ров прокопан экскаватором. Потому что нашлись такие любители, которые закидывали бревна и переезжали вот вокруг села, проезжали к реке Иркут и дальше продвигались, то есть для них не составляло труда, понимаете, дальше распространять именно этот коронавирус. На данный момент у нас полное, получается, ограничение доступа въезда и выезда. Но единственное, у нас заезжают это медработники и торговые представители, те, которые привозят продукты питания. Да, было как-то страшно. Мы даже испугались, наши дети. Ну, паника немножко такая была, конечно. Ну, а потом со временем как-то уже все утихомирилось, и люди как-то поспокойнее к этому начали относиться. Там же редакторы нашли. Нет, это ФР-канал не любим. Ситуация, она, так скажем, пока остается напряженной, потому что официальных случаев ковид в селе, именно в этом селе, 49 случаев и 62 человека контактных. Зачем?